Бизнес есть, а инициативы нет. Областная власть нарекает на отсутствие делового начала у местных предприятий и предпринимателей. Сегодня во время селекторного совещания с руководителями районов в обладминистрации было объявлено, практически никто не хочет участвовать в региональных конкурсах бизнес-проектов. Много говорим, мало делаем. По словам заместителя губернатора Петра Гончарука, в последнее время все чаще слышны призывы развивать бизнес во всех его проявлениях. Но на деле сами предприниматели часто оказываются безинициативными. Приводит пример. До сих пор заявки на участие в конкурсе на лучший региональный проект развития подали лишь единицы. Похожая ситуация и с конкурсом на лучший локальный бренд. Сегодня важнее отрасли, чем бизнес, нету. И мы все говорим сегодня, что нужно поддерживать бизнес, но кроме этого ничего не делайте. Пока не будем принимать каких-то там административных мер, продлеваем сроки конкурса до 1.09. Какие именно могут быть приняты админмеры за такую пассивность бизнеса, озвучивать на совещании не стали. Чиновник лишь заверил, что победив в подобных конкурсах, организованных областной властью, можно получить деньги для дальнейшего развития собственного дела. Поэтому пренебрегать такой возможностью нельзя, уверен Петр Гончарук.